При мониторинге сети интернет был выявлен пользователь социальной сети ВКонтакте, который занимался распространением порнографии. Что он делал? В личном сообщении отправлял снимки, которые по заключению эксперта являются снимками порнографии, которые относятся к порнографии. Данному лицу было уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины «Распространение порнографии, совершенное повторно». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.